23-253, это плюс 57. Ну, 300-320 тысяч уже прошло. Нормально. Эта машина прошла и Крым, и Рим. 14-15 на ней рекорд поставил. За две недели 10 тысяч. Вот мне товарищ говорят, ты что, не жил? Получается, что так. Здорово. 977. Куда москвичей нахлобучивают. А, так подожди, возле России есть тоже суши. А здесь где? А вот сейчас, вот через 500-600 метров по правой стороне. Если бы не переехали. По этим заведениям уже где-то 20-30 дней не бывал бы. И вот, кстати, а ну смотри, тут еще какой-то фуд-маркет. Фуд это типа там гамбургеры такое, короче. Да, но тут и суши было у них в рекламе, сейчас не вижу. Так, вот здесь вот еще тоже что-то у них было. Вот это? Ага, он, ну, смотри. Там тоже такой же. Там пиццы, гамбургеры. Ага. Это Русь, а вот Россия сейчас. Кинотеатр Украина. Теперь в Руси. А Россия как была. Сколько? 45 России так и осталось. Ну да. Гостиницу вот 80-х построили. Новый